Когда видишь это поле в первый раз, кажется, что оно совсем не футбольное, скорее похоже на хоккейный каток. Его авторы выбрали белый и красный. Это цвета пластиковых стаканов, из которых изготовили эту площадку. На производство их ушло 50 тысяч, это 2,5 тонны сырья. Стаканы собирали на аренах и фестивалях болельщиков чемпионата мира по футболу. Кстати, за время Мундиаля было использовано более 3 миллионов стаканов для пенного напитка. 85% из них футбольные фанаты забрали с собой в качестве сувенира. Стаканы измельчили и гранулировали, изготовили специальные нити. Этот материал стал основой инновационного износостойкого покрытия размером 65 на 42 метра. Сегодня его оценил известный футболист сборной Италии, чемпион 2006 года Марко Матерацци. Я уже неоднократно играл на синтетических покрытиях. Когда я приезжал в Россию, мы играли на искусственном газоне с локомотивом. Поэтому использование таких материалов имеет место быть. Я надеюсь, что инициатива авторов этого проекта будет поддержана и будет активно использоваться. Переодевшись в футбольную форму с легендарным 23-м номером, Матерацци вышел на поле в составе команды «Фишт», соперники сборной администрации Адлера. И уже на первых минутах встречи с передачей итальянца команда теперь известного на весь мир стадиона открыла счет. Кстати, футболисты после матча признавались, что такое покрытие очень удобно для игры, а еще очень соответствует концепции развития Сочи. Город Сочи вступает в новый ведомственный проект «Умный город». И поэтому вопрос безотходного производства, тема ноль отходов, тема экологичного обращения с отходами для нас очень и очень актуальна и важна. Правда, в Сочи эта уникальная арена не останется, но будет служить для развития футбола. Оно потом переедет в Волгоградскую область, и там будет использовано для всех желающих. То есть оно будет уложено, срок службы довольно-таки большой. Каждый может уже заниматься на нем, и это будет это социальный проект. В планах создателей площадки из необычного материала дополнить арену специальным освещением. Работать оно будет от солнечных батарей. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.